5 самых красивых деревьев в мире. Посмотрим. Наш топ-5 самых красивых деревьев в мире расскажет о пятерке необычных и интересных представителей флоры нашей планеты. Таксодиум двурядный. Это дерево также называют болотным кипарисом обыкновенным. Данное листопадное хвойное растение часто дает в своей кроне дом так называемому испанскому мху. Этот кипарис интересен тем, что может создавать уголки леса прямо посреди водной глади. А силуэт такого дерева красив и изящен, благодаря тонким изогнутым ветвям. Таксодиум двурядный может достигать высоты примерно в 30-36 метров, а его ствол способен вырастать диаметром до 5 метров. Еще золотистая табибуя. Это дерево часто выбирают ландшафтные дизайнеры, желая украсить дворик или аллею. И неудивительно, ведь на ветвях золотистой табибуи во время цветения распускаются невероятно красивые цветы. Они обладают прекрасным, сочно-желтым оттенком, который радует взгляд своей яркостью. Их яркий цвет и нектар привлекает пчел, благодаря чему это растение является хорошим медоносом. Накануне цветения дерево может сбрасывать листья, что только подчеркивает красоту цветов. В остальное время крона покрыта листьями, так что золотистая табибуя считается почти вечно зеленым растением. И это дерево очень быстро растет. Еще японский клен. В зависимости от условий, в которых растет это растение, оно может быть необычным деревом или крупным кустарником. В природе японский клен чаще всего представлен в виде дерева. Красновато-серая кора красиво сочетается с ярко-зелеными резными листьями. Цветет японский клен фиолетово-красными цветами. Еще тополь белый. Это дерево также известно как тополь серебристый. Кора у молодых деревьев обладает белым оттенком. Позже она начинает темнеть, и ствол с крупными ветвями приобретает серо-зеленый цвет. В старости же это дерево обладает темно-серым или черным оттенком коры. Основная его особенность – цвет листьев. Сверху они обладают блестяще-серебристым, темно-зеленым оттенком. А вот снизу слегка пушистая на ощупь поверхность имеет белый цвет. Освещенные солнцем листья выглядят просто потрясающе. А когда дует ветер, кажется, что крона переливается зелеными и белыми оттенками. Белый тополь может вырастать высотой до 35 метров, а его диаметр способен достигать около 2 метров. И растет это дерево довольно быстро. И глициния. Это дерево популярно среди ландшафтных дизайнеров. Также обладает названием вистерия. Растение известно своими крупными кистями лиловых цветков. Они выглядят просто волшебно, а еще обладают приятным насыщенным ароматом. Глициния может достигать высоты до 18 метров. Красота растений многогранна, что доказывают эти деревья. Совершенно разные, но одинаково прекрасны. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока!